как таковой же, это же первый курс по гемиопатической йоге. Ну, собранный в таком виде, да. Да, вот раньше, когда это было отдельными семинарами, все равно было очень непонятно, как это давать на группе, ну вот, честно. И вот пройдя вот именно вот этот курс, когда все вместе, когда все по полочкам и по порядку, тогда вот да. И последние разы, когда я вела группы, всем понравилось. Все сказали, ой, как хорошо, я прям сама порадовалась. Вот. И еще что хотела сказать, это то, что я на себе почувствовала на самом деле, насколько через гомеопатическую йогу можно вот этот вот путь очень быстро пройти на пранические каналы, на и дальнейшую более глубокую работу. Именно благодаря вот этим направлениям внимания, именно вот так, как вы рассказываете в гомеопатической йоге, оно дает очень быстрый такой результат и более глубокий, чем вот через асаны, если идти, и, ну, другими путями. Классический путь. Да, классический путь, вот это вот, да, ну, а асаны, когда вот это вот делаешь, вот это все, ведь цель-то, ну, вот это я как-то для себя понимаю, цель-то та же самая, прийти на более тонкий план, на более тонкие ощущения, и в теле в том числе, да. Вот, и через гомеопатическую йогу не надо 10 лет делать асаны. Это вот можно, ну, при регулярном, при регулярной практике, да, это за год можно пройти вообще. И очень сегодня, допустим, что касается меня, я почувствовала на самом деле, как это, когда ты делаешь какую-то асану, и даже не асану, а вот мы делали вот эту вот точку из камеры выглядеть, и как скрываются эмоциональные блоки и психофизические. Потому что ты не делаешь ничего особенного, но просто нажимаешь, и оно как бы прорабатывается без всяких там закручиваний.